Глава генштаба военных сил Армении. Люди не хотят служить в армянской армии. Накануне на пресс-конференции начальник генштаба военных сил Армении Артак Давтян сделал заявление, которое демонстрирует отношение армянской молодежи к службе в армии. Давтян отрицательно отреагировал на предоставленный депутатом Айком Саркисяном законопроект об освобождении от службы в армии за определенную сумму, а именно за 10 миллионов драм. Если будет предложение освобождаться от службы в армии за определенную сумму, то, зная подход некоторой части нашей общественности к этому вопросу, люди могут и квартиру продать, чтобы отдать эти 10 миллионов, сказал Давтян. Как заявил Давтян, с моральной точки зрения освобождение от армии должно происходить по той или иной объективной причине, по состоянию здоровья и тому подобному. Приветствую, дорогие подписчики! Прошу вас поддержать канал своими лайками. Делая это, вы помогаете продвижению роликов в YouTube. И не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом, для того, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи!